Дорогие молодожены, сегодня вы вступили в брак. Для вас счастливый день на свете, раз вы зажгли любви маяк. То пусть он вам всю жизнь и светит. Все вышло так, как вы хотели. И Бог пришел в желанный час. Вы кольца верности надели, цветы и музыка для вас. На вас прекрасные наряды. Мы начинаем этот пир. Соблюдены статьи, обряды, любовь, совет вам, вечный мир. Преддверии семейных уз, когда сердца и души настежь, благословляем ваш союз на постоянство и на счастье. Испеченным караваем молодых всегда встречают родители. Поклонитесь родителям в ноги трижды за их любовь, теплоту и заботу, которые они дарили вам все эти годы. А сегодня пришли вас благословить на долгую, счастливую, совместную жизнь. За радость и счастье на долгие годы примите благословение родителей. Благословляем, деточки, наши дорогие. Кланяйтесь родителям. Кому? Вас. Второй. Третий. Все, теперь каравайчик отщипывайте. Видим сульку. Вы попробуйте кусочек каравая. Молодожены, отломите кусочек хлеба. Саша, попиши сульку, Сань. Сань, нужно было посолить и скушать каждый сам. Она скорее мужа накормила. Голодный уже. Она голодный. Молодцы. Теперь Иру покорми. А теперь ты Ирочку покорми, женушек. Ой, я сам, смотри, осторожно. Вот у вас была возможность последний раз насолить друг друга. А ну, насолей, Саш, побольше, побольше. Сегодня вы соединились и друг для друга стали половинками одного целого. Вот вам бокалы. Наливайте, наливайте. Ирочка, Юлечка поддерживает вас. И спите поскорее из них и будете едины. А чуть-чуть, а чуть-чуть. Это уже налили? Да. А чуть-чуть, а чуть-чуть. И спевайте игристое шампанское. А сейчас разбейте бокалы на счастье. И чем больше осколочков, тем больше счастья. Тем больше счастья. Ну-ка, хорошо. Бабах! Вот так. Ура! И молодцы, ура! Аплодисменты, молодцы! Молодцы. А теперь дорогу, парень. Пусть без счастья в жизни ждет. Проходите, поспешите. Свадебный пир вас зовет. Дорогие родители, возьмите, пожалуйста, потуже затяните. И проведите молодых в зал за свои места. Притяни. Притянули вас хорошо друг к другу. Рука занемела. Так, теперь мама или Ира идет. Идет и мама. А пропуск – это свидетельство о браке. А ну покажите, пожалуйста. Где ваше свидетельство? Хорошо. Сейчас мы вас пропустим, но свидетельство показать обязательно всем присутствующим гостям.